Почему же этой зимой горячо будет не всем? Как минимум в 7 регионах республики проблемы с подготовкой к отопительному сезону. Оборудование на ТЭЦ изношено, капитальные ремонты идут медленно, иногда и вовсе срываются. Об этом сегодня в правительстве сообщил министр энергетики. Причины, по которым переносились ремонты, это подорожание материала, задержка их поставок, а также то, что подрядчики отказывались выполнять работы за более высокую цену. По словам министра, особого контроля сейчас требуют Северо-Казахстанская, Туркестанская, Абайская, Мангыстауская, Акмолинская, Павлодарская области, а также город Нур-Султан. В столице строительство ТЭЦ-3 вовсе может затянуться, и тоже по вине подрядчика, который не выполняет работу в указанные сроки, посетовал аким Нур-Султан Алтай Кульгинов. В ближайшие годы, возможно, будет дефицит объема потребления тепловой энергии. В этой связи нами реализуется ряд инфраструктурных проектов. В настоящее время возобновлено строительство ТЭЦ-3. Строительство новой ТЭЦ позволит увеличить мощность тепловой энергии еще на 440 гигакалорий в час. В данное время подрядчик не выполняет работы в установленные сроки. В связи с этим принимаются соответствующие меры. Между тем, более 7 миллиардов тенге задолжали энергопроизводящие компании за топливо. Больше всего задолженности перед Казтрансгаз и МАК – почти 5 миллиардов тенге.